Рано осиротев, при жизни своего жилья поэт так и не заимел. 4,5 года жизни его прошли вот здесь, в 40-м номере гостиницы «Булгар». Особая гордость, что вот Габдулла Тукай здесь жил, и каждый раз, каждый день там, проходя мимо, там даже был барельеф, почему-то потом он исчез. Я жду не дождусь, когда этот дом все-таки знаменитый, исторический, отреставрируют и представят Казань. Но лицезреть столь долгожданный счастливый момент нашей героини